Мастерской. Это зал «Трансформер». Сейчас я выйду, я всем все расскажу. Здесь я вижу детей, для вас есть у нас детский спектакль. Это зал «Трансформер», потому что он соответствует нашей идее. Потому что у нас есть и классический спектакль, для которых мы амфитеатр выстраиваем. У нас есть детские лаборатории, где все валяются на полу дети. У нас есть перформансы, например, с 13 по 15 число Гёте-институт проводит фестиваль 48 часов, мы в нем участвуем, и каждый наш зал будет экспонатом. Мы вас приглашаем, вход свободный. Пока я не могу вам больше показать, потому что это будет спойлер, но значит, мы вас очень ждем в этом маленьком уютном зале. Регистрируйтесь обязательно, у нас мало мест, у вас индивидуальный подход к каждому зрителю. У вас есть вопросы ко мне? Ну, задайте.
Конечно. Меня зовут Анна Зиновьева, я режиссер. Мой ближайший спектакль, если вам интересно, инклюзивный спектакль. Это известный спектакль, мы уже выиграли в 3 фестивалях театральных. Он будет проходить в театре кукол, свободный вход. Спектакль в 7 часов, называется «Юшка» по Андрею Платонову. Там играют артисты 5 театров нашего города и люди с инвалидностью, наши студийцы. 6 сентября в театре кукол, в 7 часов спектакль, а в 6 часов мероприятие начинается, мы будем читать поэзию, будем вас кормить блинами, будем танцевать и знакомиться. Это в театре кукол, да. Еще раз, во сколько начало? В 7 часов начало спектакля, а в 6 часов мероприятие. Да. А у вас есть? Седьмок служанки, это Жан Жене, это такой современный театр. Серебренников. Кутузов Серебренников. Что, какой еще программу назвать? А билеты где можно приобрести? Билеты можно на сайте TimePad, вот здесь есть адрес, либо просто позвонить по телефону, и мы вас сориентируем. А здесь тоже вот в этом зале? Это наш основной зал, у нас еще белый зал. Мы туда сейчас... Игра будет в центре, а тут здесь абсолютно по-разному. У нас есть спектакли, где мы вокруг выстраиваемся, как вокруг арены зрителей. Есть где обычный амфитеатр, как в обычном театре. А в детских спектаклях у нас сидят родители, потом подушки лежат, дети валяются на полу. Там идет кукольный спектакль. После спектакля они все играют с этими куклами. И артисты театра кукол знакомят их с этим жанром. Знакомят с тем, как работает кукла, как ее можно водить. Театр для людей. Ходите к нам. Спасибо. В кукольном театре больше детский, да? Пообещай.
что есть, все, что есть. Это все, что есть, все, что есть, все, что есть. Это все, что есть, все, что есть. Друзья, приходите к нам на спектакль, покупайте билеты. Слушайте, а еще у нас есть группа ВКонтакте, в Инстаграме.